В 2 часа дня пресс-служба областного управления МЧС разослала сообщение, что в ближайшие часы ожидается сильная гроза с градом и порывистым ветром. Природное явление не заставило себя долго ждать, и ровно в половине 4-го Сергиев Посад, Лазовская, Краснозаводская и другие поселения района накрыл ливень с градом. Потоки воды разлились по улицам, затрудняя движение. Горошины града размером с небольшой орех усугубили ситуацию. Особенно беспокоились автовладельцы, заботливо укрывая подручными средствами своих четырехколесных друзей от разбушевавшейся стихии. Ливень с градом продолжался с небольшими перерывами до самого вечера.